Всем привет, друзья! Вы на канале Crypto Nicor, и сегодня у нас вторая часть обзора по коллекции Cosmo Art от Cosmo фонда. Я покажу сначала, как купить Cosmo Art, а потом уже расскажу, почему стоит покупать эти NFT, а еще лучше не одну, а сразу несколько. Это будет такой полный гайд по покупке, но объяснять, как покупать криптовалюту, я здесь не буду, так как это займет достаточно много времени. Также скажу, что для удобства, для покупки стоит использовать кошелек MetaMask, как устанавливать его, как покупать саму крипту и многие другие инструкции вы можете посмотреть в моем отдельном плейлисте. Ссылку я обязательно прикреплю к видео и оставлю ее в описании под видео. Итак, стартовая цена NFT из этой коллекции начинается с 0.1 эфириума, но в данной коллекции до 1 сентября 2021 года есть возможность купить NFT за внутреннюю валюту Cosmo фонда, которая называется Cosmo. И цена составляет 50 миллиардов токенов. А сейчас в эквиваленте к доллару это равно где-то приблизительно 5 долларов. Чтобы открыть возможность покупки Cosmo Art за Cosmo, нам на главной странице нужно пройти такой небольшой тест из 5 вопросов. Этот тест я прохожу в предыдущем видео, ссылку я прикреплю также к видео. Соответственно, нам важно купить NFT из этой коллекции как можно дешевле. Соответственно, нам нужно купить сначала Cosmo токены. Как и где мы можем купить эти Cosmo токены? Переходим на Cosmo Swap и заходим в раздел Exchange. Здесь мы выбираем покупку Cosmo в сети Ethereum, нас перебрасывает на Uniswap. И здесь мы вбиваем 50 миллиардов Cosmo и видим, что Cosmo Art мы сможем купить всего за 5 долларов. Также вы можете купить Cosmo и за эфир, но рекомендую это делать все-таки за USDT, потому что в USDT ликвидность выше. Итак, мы купили Cosmo. Возвращаемся на сайт Cosmo Art и переходим в раздел Buy. Если вы впервые в этом разделе, вам нужно будет подключить ваш MetaMask. Тут будет большая кнопка. После чего вбиваем количество Cosmo Art сюда, буду я покупать 20 штук и нажимаем просто купить. Если вы впервые совершаете покупку на сайте, первой транзакции у вас появится подтверждение лимитов на Cosmo. Подтверждаете и просто ждете. Не нужно по 100 раз нажимать и думать, что так транзакция пройдет быстрее, потому что у многих возникали как раз проблемы из-за вот этой нетерпеливости. Люди нажимали покупку несколько раз и несколько раз подтверждали транзакцию, а до самой транзакции покупки не доходили. Теперь появилась транзакция самой покупки. Покупать рекомендую в ночное время, чтобы комиссия за газ была меньше. Итак, Cosmo Art у нас куплены, и их вы можете посмотреть либо в разделе кошелек, либо на OpenSea. Финальный облик карты примут через 2 недели с начала сейла, либо, если не ошибаюсь, когда половина всей коллекции будет распродана. То есть зависит от того, что произойдет раньше. Вот они, мои Cosmo Art. Итак, вторая часть видео, как я и говорил, будет посвящена объяснениям, почему нужно покупать именно Cosmo Art, так же, как и любые другие NFT из коллекции Cosmo фонда. И первая причина, самое главное, почему нужно в этот проект заходить, потому что он долгосрочный. Компания регулярно выпускает свои новые коллекции и планы. В нише NFT у них достаточно серьезные. На текущий момент выпущено уже 4 коллекции, включая Cosmo Arts. Плюс есть платформа с фармингом. Также компания скоро будет запускать свой собственный NFT Marketplace, где вы сможете покупать, продавать NFT-шки, создавать их и так далее. Причем это будет Marketplace не только для NFT, представляющий из себя как бы крипто-арт, самый более привычный, да, вид NFT сейчас. А это будет некий такой iTunes, Spotify и YouTube в одном, но на базе NFT. То есть правообладатели смогут там заворачивать свою музыку, кино, любые другие активы в NFT, а покупатели смогут покупать те же музыкальные альбомы в виде NFT, прослушивать их, либо кино покупать. Это сейчас растущий тренд, ребята, и может для кого-то это не очевидно, но к этому все идет, я уверяю. Вторая причина – то, что Cosmo фонд продвигает технологию NFT не только в виде крипто-арта, как это более такой привычный, да, вид NFT сейчас, но также показывает, что с помощью NFT можно зарабатывать с реального бизнеса. Вот, например, к маркетплейсу будет привязана NFT-коллекция, и владея NFT-шкой из этой коллекции, вы сможете получать долю в доходности маркетплейса. Также будет коллекция с привязкой к отельному бизнесу. То есть, владея NFT-шкой из этой коллекции, вы получаете долю в доходности от отельного бизнеса Cosmo фонда. Не это ли круто? Не это ли шаг в будущее криптовалютной индустрии? Ну, я считаю, что да. Третья причина.
Космо Арты — это, по сути, самая дешевая коллекция. То есть вход в комьюнити будущего NFT-гиганта составляет, мы видели, всего там несколько долларов. А там же есть коллекции и дороже гораздо. Первая коллекция — Космо Маскс, где покупка только за эфир. У меня уже 13 штук в этой коллекции. Космо Жуки. Две NFT-шки пока что у меня, но скоро я буду эту картину также исправлять. 20 NFT в коллекции Cosmo Doodle, теперь уже 20 Cosmo Art'ов, то есть в сумме у меня уже 55 NFT от Cosmo фонда. Также Cosmo Art'ы, так как это самая дешевая коллекция, она распродастся быстро достаточно по такой цене. Соответственно, естественное ценообразование на вторичке начнется очень быстро, и эта коллекция может дать иксы очень быстро. Уже есть даже пример, как в первый день, как сейл начался, человек выложил свою NFT-шку на OpenSea и продал ее в 4 раза дороже. Сразу, не прошло там и нескольких часов. Понятно, что за газ заплатить в эфире придется, но и криптопанков, когда скупали в больших количествах 3 года назад, людям много за газ как раз-таки заплатили. А сейчас эти люди мультимиллионеры долларовые. И четвертая причина. Наши NFT от Cosmo фонда еще дают нам пассив по так называемой силе коллекции в виде токенов, которые вы можете либо вывести в фиат, либо начать фармить на космосвапе. Космосвап — это не только место как бы для обмена и покупки космо и так далее, но еще и место, где можно нафармить больше этого космо. А причин, как видите, много начинать инвестировать в проекты космофонда, и я не вижу ни одной причины этого не делать и продолжать искать какие-то другие хайп-проекты и каждый раз дрожать за то, как бы на следующий день сайт не закрылся и вместо заработка выдал бы вам 404-ю ошибку. В этот проект нужно повникать, да, тут не так все просто, но самое главное, что проект долгосрочный. Сказанное мной у вас должно было уже создать такую некую картинку видения того, как будет компания развиваться, поэтому начинайте скупать NFT-шки космофонда, начинайте фармить на космосвапе, начинайте зарабатывать. Те, кто действовал по моим инструкциям, уже давно вышли на самом деле в безубыток и начали тут зарабатывать. Сколько я сам заработал, сложно сказать, так как я постоянно что-то докупаю, то это космо, то NFT в новых коллекциях. Потому что я знаю, сколько это будет стоить в будущем. Что ж, на этом сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, включайте уведомления и до встречи в следующих видео. Всем пока!